Всех нас можно поздравить с еще одной победой на Олимпиаде. Сегодня золотую медаль принесла Алия Мустафина. Она выиграла соревнование на брусьях. За свое выступление она получила оценку 16,133 балла. Серебро в опорном прыжке получил Денис Аблязин. Только что бронзу выиграл борец Заур Курмагомедов. Сегодня за золото поборется и Елена Исенбаева. От борцов можно ждать еще медалей. У китайцев, кстати, уже 30 золотых медалей. Нам такое и не снилось. Слово «провал» пока не прозвучало, но уже витает в олимпийском воздухе. Череда спортивных отставок уже началась. Со своих постов попросились тренеры команд по стрельбе и фехтованию. Отставку первого не приняли, об этом стало известно только что, а второго мы встретились сегодня в аэропорту. Владислав Павлович пару часов назад прилетел на родину. Когда третий день подряд тебе задают тот вопрос, когда у тебя такая неудача, мы способны были выполнить план, но, к сожалению, нам просто, наверное, не хватило где-то выдержки. Именно выдержки. И игровой дисциплины, как говорят в игровых видах спорта. Можно это применить и к фехтованию. Благодаря Алие Мустафиной наша страна переместилась на 8-е место в общекомандном зачете. На данную минуту у нас 5 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей.